Друзья, здравствуйте! Не могу не поделиться, мне подруга прислала подарок. Следующий этап, это же выглядит вот так. Вот здесь мне Юлечка моя прислала, мы с ней страдаем по рафии. И здесь она мне говорит: Настя, я тебе там намотаю цвета, посмотришь, какие я себе прикупила вживую. В общем, она мне крафт металлик подписала. Юля увлекается рафией, тоже такие панамы вяжет прям вообще. Сандаловое дерево. Короче, это отдельная тема. Это я кладу себе в заначку, чтобы мне потом это не потерять. Я кладу в шкафчик с Рафи. И теперь приступаем. Я пытаюсь, в общем, снять это видео уже с 10-го раза. Меня охватывают эмоции и накатываются слезы. Потому как мы часто в WhatsApp с девочками в группе вязальной, да, обсуждаем там вязальные моменты, потом какие-то личные моменты. Мы все проживаем в разных городах, даже в разных регионах там и в разных странах. И очень часто упоминаем о том, вот бы было бы неплохо нам всем встретиться и обняться. Кстати, обнимайте почаще своих близких, своих любимых, не менее 8 раз в день, и это улучшает настроение. Попробуйте эту практику применять, и на самом деле почувствуйте огромный прилив сил. И вот мы часто думаем о том, как бы нам обняться, да? И вот когда я беру это в руки, я представляю, что вот совсем недавно вот это вот было у Юли в руках, которая сидела, думала обо мне, пока вот это все делала, это ювелирная работа, и вот это она мне присылает, да? То есть как будто мы с ней обнялись, вот как будто мы с ней встретились, только совсем недавно у нее это было в руках, а теперь у меня это в руках. Ну вот поэтому, конечно, и охватывает эмоции. И это было невозможно снимать. У Веры вышел ролик не менее эмоциональный. Она говорит: девчонки, я тоже с 20-го раза там как-то у меня получилось все это снять. Вы заметили, какой Юли эстет, да, как все упаковано. Она занимается фотографией, ведет YouTube-канал свой. Когда она выиграла подобные маркеры в Нильзяграме, она с нами поделилась на YouTube, в вязальной группе, и показала там маркеры свои, которые она делает. Вот. И потом нам в WhatsApp говорит: девочки, а я вот подумала, а почему вам не сделать подарки? И, значит, сделала и прислала. Я у нее спрашиваю: Юля, а почему ты не делаешь эти маркеры на продажу? Она сказала, что это очень дорогая фурнитура. И плюс говорит: ну, мне некогда, у нее есть основная работа. Она говорит: я их делаю так, чисто вот потому что она эстет у нас. Вот. И говорит: я их дарю своим подписчикам. То есть она ими не торгует, чтобы вы понимали меня правильно, да? То есть она это делает просто для души. Когда Юля выиграла маркеры в Нильзяграме, она нам потом написала: девочки, а почему бы мне не сделать вам подарки? Повторюсь. И кинул несколько подвесок вот таких вот, ну, много их там было. И, в общем, говорит: выбирайте. Ну, естественно, я прям выбираю сразу. Я такая нескромная, выбираю, говорю: мне, пожалуйста, вот эти сердечки. А Вера говорит: мне любые, говорит, потому что они все красивые. А для меня вот показалось, что вот я хочу сердечки, вот, потому что любовь, это здесь написано, сделано с любовью, потому что любовь нас везде окружает, да, вот налево, направо посмотри, везде сплошная одна любовь. Любовь к природе, любовь ко всему живому, каждому, каждой букашке. Значит, давайте посмотрим, что мне Юля прислала. Это вот такие маркеры в цвете бирюза. 5 штучек это для спиц. Здесь хорошая леска. Все это, говорю, очень тщательно сделано. Делается это все под увеличительным стеклом, чтобы не мешало вязанию, чтобы не было никакой зазубринки, чтобы ничего не цеплялось к вязанию. То есть это вот прям действительно ювелирная работа. Ну и, конечно, на это уходит, я так полагаю, много времени, чтобы это все проследить, чтобы все это было четко, чтобы все это было рабочее, чтобы все механизмы крутились и так далее. И к этому набору она мне положила вот такой, значит, на карабине. Это отмечать начало кругового ряда. Насколько я знаю из ее видео, где она делала обзор вот на подарки свои и какие она делает. Карабинчик это для крючка. В общем, так как Вера у нас тоже вяжет, она ей тоже послала, но только в другом цвете. И когда Вера распаковывала, то для нее вообще было сюрпризом, что ей придет. Теперь дальше. Смотрите. Также здесь у меня маркер красненький.
не маркер, ну да, маркер с карабинчиком, с подвеской сердечко сделано с любовью, маркер для крючка и маркеры, на которых написано вот нолик, это начало кругового ряда. И далее получается с единички по девятку, 1, 2, 3 и так далее, с подвесочкой тоже сердечко и пронумерованы. Для чего вот эта нумерация нужна? Отмечать рапорты можно, ну, отмечать рапорты можно любыми, и вот такими бирюзовыми тоже, да. А потом здесь еще, наверное, можно отмечать разворотные петли, когда вяжем реглан, например. Вот. И, ну, что еще может прийти в голову? Кстати, может быть, что-то я сейчас не додумываю, да, вы, может, подскажете что-то в комментариях. И давайте я хочу сравнить. У меня есть маркеры вот такие от KnitPro. Мне их дарила моя подруга с Москвы, моя феюшка, которая меня при начале ведения канала всегда баловала пряжей, подарками. Первая KnitPro спицы она мне дарила. В общем, баловала меня феюшка. Сейчас она работает. К сожалению, мы стали реже общаться. И когда вот эти маркеры держу в руках, тоже всегда ее вспоминаю. И давайте вот сравним, как делает KnitPro и как у нас Юлечка сделала. Смотрите, значит, у KnitPro, во-первых, будет вот эта леска, колечко, как это называется, что точно я не помню, меньшего размера, значит, меньший номер спиц максимально сюда входит. У Юли петелька вот эта сама больше, да, петелька, наверное. Вот, потом, если сравнить по качеству, то у Юли более жесткая вот эта вот леска, то есть, наверное, она более дорогая. У KnitPro это вариант, эконом-вариант. Прямо она вот переламывается. И некоторые у меня уже пришли в негодность. Петелька у Юли более качественная. Ее очень удобно переворачивать при поворотном вязании, насколько я знаю, по вот этим, которые у меня есть KnitPro. Потому что их перекидывать вот, вот такие вот длинненькие и вот такие вот, которые удобно хватать пальцами, вот мне удобнее большие вот такие, нежели вот такие вот маленькие. И сейчас я еще вам о других маркерах расскажу, как просто, как полезное такое. Вот такие прекрасные маркеры мне сделала и прислала Юля. Я приглашаю к Юле на канал. Юля у нас специалист по носкам. У меня есть пряжа, недавно пришла там носочная, да, и если я буду вязать носки, то я пойду прям к Юле на канал. У Юли перекатывают ролики в один к себе на YouTube-канал, и она к этому очень ревностно относится, она прям говорит, вот я смотрю ролик, и пятка такая же, и дальше пошла так же. И говорит, мысок думала по-другому закроет. Нет, говорит, вот все равно, говорит, ну, все в один. И она очень ревностно к этому относится, я ее очень понимаю. И, естественно, она там просит человека, чтобы он указывал, откуда он списывает этот ролик. Вот, так что многие ее копируют. Поэтому проходите, если вяжете носки, специалист у нас по носкам, это прям Юля. Приглашаю к Вере на канал. Она вчера делала распаковку своих маркеров, поэтому посмотрите, тоже она говорит, я с 20-го раза записывала ролик. Вера у нас это просто пчелка. Мы ее с любовью называем Вера-затейница, потому что Вера развлекает своего зрителя так, что она не дает им покоя просто. Она каждый узор новый, который выходит, у Веры есть на канале. А, то есть Вера следит, где какие новинки, где какие-то новые техники, где какие наборы там петель есть. Она все у нее есть на канале. То есть у нее зритель не скучает. Вера у нас большая труженица. Мы еще с любовью называем ее Вера Пчелка, потому как она очень много вяжет и крючком, и спицами. И один из роликов меня просто на ее канале недавно впечатлил, что она вытворяла с распущенной пряжей, то есть пряжей, которая пришла в негодность. Например, там были зацепки, либо же там подрастянулась, либо же там потерлась. Что с этим делает Вера, вы увидите сами у нее на канале. И это очень интересно. Приглашаю ко всем девчонкам, все ссылки будут находиться внизу. И еще я хочу поблагодарить Юлечку за то, что она меня заставила навести порядок в своей рукодельной коробочке. То есть теперь у меня вот здесь все вот так вот красиво. Мне нужны и вот такие маркеры, конечно же, пластиковые. Кстати, они бывают тоже разные. Самые первые маркеры я покупала на AliExpress. 100 штук, там что-то стоили копейки. Но они были просто прямые. Вот эти маркеры, они сделаны, видите, как с угол под углом немножко, чтобы немножечко от вязания. Видите, уголочек такой. Вот, то есть вот эта шапочка сама. Как булавочка, да, у нас вот это вот все сделано, конструкция.
вот эта вот часть нижняя, она находится как бы по отношению к головке, немножечко под наклоном, чтобы отступать от вязания. Вот такие разноцветные маркеры я часто использую, вы их видите в роликах. Красными я отмечаю спинку, они тоже мне нужны очень. Синенькими я отмечаю перец, чтобы вам было понятно, где я нахожусь, то есть в каком месте мы там вяжем какие-то разворотные петли, где мы находимся на переде, либо на спинке. Потом еще маленькие маркеры всякие мне нужны. Ими я тоже разворотные петли отмечаю. И тоже они продаются там штук по 100, и стоят они копейки. Тоже очень нужны в рукоделии нам. При заказывании рафии их кладут, при заказывании в интернет-магазинах их кладут в подарки по несколько штук. И со временем, уже с годами, их накопилось очень много. Многие у меня съел пылесос при уборке, поэтому, в общем, всегда ими надо запасаться. Теперь, конечно, чаще буду применять вот эти маркеры Юлины при своем вязании. Вы их часто будете теперь видеть в ролике. Вот, вот такую красотищу будем теперь наблюдать. Проходите к моим девчонкам, знакомьтесь с ними, знакомьтесь с их творчеством. А я желаю вам легких петелек, девочки, и самое главное, будьте здоровы!